Популярного тиктокера арестовали за участие в протестах, а Тиму белорусских приняли с наркотиками. Что теперь грозит парням, узнаете в этом ролике. Привет, с вами проект Ютубер, меня зовут Серж. Так уж вышло, что сегодняшний выпуск больше похож на криминальную хронику. Жесткие задержания в доме тиктокеров и самая странная история вчерашнего дня, где многие просто не знали, кому верить, СМИ или заявлениям популярного артиста. Будем разбираться, что же случилось уже через пару секунд, а пока напомню, что ваши лайки и комменты помогут большему числу зрителей узнать об актуальных новостях интернета. Ну и нас, как авторов, очень замотивируют. А теперь переходим к главному. Тиктокера Костю Киевского арестовали на 2 месяца. Пресненский суд Москвы вынес решение оставить блогера под стражей из-за обвинения в нападении на машину ФСБ. Знаем, что многие из вас не следят за новоиспеченными звездами ТикТока. Уж больно много их развелось. Так что добавим немного контекста. Костя Киевский, или по паспорту Константин Лакеев, это довольно популярный на площадке блогер, аудитория которого перевалила за 800 тысяч подписчиков. Контент парня в основном состоит из юмористических зарисовок, но и типичными для платформы кривляниями под музыку он тоже не гнушается. За последний год Костя успел пожить сразу в 2 TikTok-домах – Grand House и Good People. В последний на днях и нагрянули силовики с задержаниями. Все дело в том, что Костя отметился в субботней акции в поддержку Навального. Парень не просто вышел на прогулку, но и засветился в одном из самых обсуждаемых роликов митинга, где толпа атакует машину ФСБ. Инцидент произошел на Цветном бульваре в Москве. Протестующие сначала закидали снежками машину с правительственными номерами, а потом и вовсе стали крушить авто. По сообщениям некоторых СМИ досталось даже водителю. Правда, тут информация разнилась. Одни писали, что мужчина получил травму глаза, другие, что лишился его вовсе. Третьи заявляли, что он вообще остался невредим. Как такое может быть? Непонятно. Так или иначе, потасовка попала на видео, и именно этот ролик помог силовикам опознать в одном из особо инициативных протестующих популярного тиктокера. Спалили опять в очередной раз. Как результат, в ночь с 26 на 27 января в дом блогеров нагрянул отряд ОМОНа. Всех обитателей уложили лицом вниз, кого на пол, а кого и просто в снег. Что? Я тут работаю. Кем работаешь? Константин Киевский. После этого разговора самого Киевского и еще 10 его коллег-тиктокеров увезли в отделение для допроса, чтобы выяснить, кто из них принимал участие в акции. Большинство из них почти сразу отпустили домой, а вот Константину пришлось задержаться и, судя по всему, в полиции парню пришлось несладко. Общественная наблюдательная комиссия, это организация, которая защищает права заключенных, заявила, что при аресте тиктокера побили, а после 2 ночи вынуждали спать на стуле в следственном комитете, где его почти беспрерывно допрашивали. Больше того, сообщается, что парня все это время не кормили, а еду ему приносил только его адвокат. Уже через несколько часов после задержания Киевского в сети появилось вот это видеоизвинение. Я начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул ее. Чему я очень раскаиваюсь и сожалею, и прошу прощения у всех, кто с этим связан. И больше такого 100% не повторится. Да. Золотые слова. Но даже задокументированное раскаяние не помогло парню остаться на свободе. На данный момент блогеру предъявлены обвинения в хулиганстве и умышленной порче имущества. Если его вину докажут, тиктокеру грозит крупный штраф или до 5 лет тюрьмы. При этом суд уже арестовал Костю на 2 месяца, так что дожидаться исхода дела он будет в СИЗО. А как ты радостно пинал, а? И тебе ж казалось, что все отлично. Да ничего ж не будет, все можно. Адвокат тиктокера уже заявила, что будет обжаловать это решение, но пока парень остается под стражей. Странно, конечно, что его не посадили под домашний арест, учитывая видео с извинениями. Но если предположить, что пример Кости Киевского решили сделать показательным для других популярных блогеров, все встает на свои места. Вроде как, неважно, сколько у тебя подписчиков, получить срок это не помешает. Это не намек. У Тимы белорусских тоже проблемы с законом. Вчера в сети бурно обсуждалась новость о его аресте, которая многих ввела в заблуждение. Изначально информация о задержании артиста появилась в телеграм-канале Мэш. В публикации утверждалось, что дома у Тимы было обнаружено 2 килограмма гашиша, который он хранил для личных нужд. Якобы кто-то из близкого окружения музыканта сдал его властям, и парня арестовали еще 12 января. Потом, правда, отпустили под домашний арест. Но угрозы сесть на 5 лет за хранение наркотиков – это
не отменила. Другое издание, Daily Storm, тут же подсуетилось и уточнило, правда ли это, у представителя Тимофея. Удивительно, но история подтвердилась. Восхитительно. Дело раскрыто. Но если бы все было так просто, никакой путаницы бы не произошло. Вот только в дело вмешался сам Тима Белорусских. В своем втором инстаграм-аккаунте музыкант посмеялся над новостью об аресте, назвав ее вбросом. Заявляю вам открыто в лоб о том, что все, что вы читаете, где-то видите, это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все, как всегда, я не знаю, поэтому, ребятки, наркотики это плохо, это надо понимать. Расходимся, добавил Тима и попросил больше не отвлекать его от создания музыки. Дело раскрыто. И снова нет, ведь в игру вступила белорусская милиция и государственные СМИ. Сначала в сети появился снимок музыканта, сделанный якобы сразу после задержания, а следом историю прокомментировал Следственный комитет. По официальной информации, Тиму все-таки арестовали, правда не дома, а в одном из игровых клубов Минска, и не 12-го, а аж 6 января. При обыске у него действительно нашли наркотики, но не 2 килограмма, а 0,4 грамма. Логично. Не с чемоданом же гашиша он в клуб ходил. Как результат, музыканта отпустили под залог, но дело на него все-таки завели по 328 статье Уголовного кодекса Беларуси, максимальное наказание по которой все те же 5 лет тюрьмы. Ладно, с этим вроде разобрались. Остался один очень важный вопрос. Зачем Тима соврал в сторис? Ответ на него нашелся у журналистов Мэш, которые и дали ход всей истории. Некий источник издания утверждает, что арест музыканта должен был держаться в тайне, а сам Тима отделаться условным наказанием в обмен на то, что не станет поддерживать протесты в Беларуси. Собственно, так 2 килограмма и превратились в 0,4 грамма в официальных отчетах. Но шумиха в СМИ спутала все планы. Сразу оговоримся, никто эту информацию не подтверждал, но и не опровергал. Так что пишите в комментариях, верите ли вы, что это правда. Если нет, предлагайте свои варианты объяснения всех нестыковок. На сегодня у нас все. По традиции попрошу поставить этому видео лайк и поделиться новостями с друзьями, чтобы поддержать проект и помочь ролику продвинуться в рекомендации. А с вами был проект Ютубер. Меня зовут Серж. Всем пока.